Ну так что, Илья, рассказывай, что ты там намутил вчера с тем кланом. Слышал я, ты там кого-то обокрал? Жесть, я вчера такое проворачивал с одним кланом, представляешь? Они пришли рейдить моих соседей, и я смог проникнуть в их дом. Ты бы видел их лица. Проникнуть. Внедрился. Да, ты своими словами мне кое-что напомнил. Помню, я как-то умудрился проникнуть в один из кланов. О, я слышал давно, что был такой клан под названием BZZ. Говорят, ты был в нем важной персоной. Не расскажешь об этом поподробнее? Знаешь, уже много времени прошло с того момента. Этот клан существовал 2 года назад. С тех пор многое изменилось. Ты действительно не слышал истории, связанные с ними? Нет, я слышал только, что ты после этого не смог принять ни один клан. Ну тогда присаживайся, я расскажу тебе все, как было с самого начала. Легенда о BZZ. Для начала хотел бы вас предупредить, что это бонусный контент. И некоторые моменты, скорее всего, вы могли видеть. Но если вы не знаете, что такое BZZ, то для вас это будет огромным открытием. А если мы с вами быстро наберем 150 тысяч лайков, то через недельку я уже выпущу новый видос, который явно будет не хуже этого. А вообще, досмотрите этот видос до конца, ведь там вас ждет приятный сюрприз. Вернемся к рассказу. В самом начале я был обычным одиночкой, который просто искал приключения и все время пытался противостоять всем кланам. Они не давали выживать новичкам и небольшим группам. Поэтому у меня появился план по внедрению в один из них. Но тогда я еще не знал, как это возможно будет провернуть. Пожалуй, с этого момента я и начну свой рассказ. Я еще не знал, чем обернется этот путь, но все начиналось, как обычно, с пляжа. Я пытался познакомиться с различными ребятами. О май гад. Короче, у меня есть суперсекретная тактика, по которой я буду делать сейчас грязь. Why you point at me, you say small peepee? You have small peepee. You small peepee. You. No, you. 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 You small, small peepee. I big peepee. Bye-bye, small peepee, man. Okay. Bye-bye, small peepee, man. Bye-bye, big peepee, man. Ну, я на все 100% уверен, что вот здесь будет большой клан. И возле аутпоста 100%, вот прям все 1000%, что он там будет. Поэтому я попытаюсь в этом вайпе что-то намутить, проникнуть в какой-то клан. Но для начала мне нужно очень много спальников. Чтобы проникнуть в клан, мне для начала нужно было найти самый подходящий, узнать их ники, поумирать пару раз и попробовать влиться в их отряд. Короче, работенка не из легких. Тут клан топ живет. Клан топ, надеюсь, это клан. Сейчас мы посмотрим, сколько их. Ах да, забыл сказать. Мне нужен был клан именно с тегом. И я даже вставал на их спальник, чтобы притвориться своим. Интересно, он меня убьет? А еще мне постоянно приходилось менять ники, чтобы поставить ники клановых игроков. What the fuck, bro? И когда он меня поднял, я даже на мгновение поверил, что вот-вот у меня получится проникнуть в их клан. Вот до этого момента. Я пытался снова и снова, очень много раз. Да вы задолбали, чуваки, реально. Как это работает? Yo, can you finish me off? Yes, I can. Влиться в клан Оби у меня не получилось, и я решил попробовать влиться в клан BZZ. Их тоже было очень много.
То, что они меня убили, это было мне на руку. Я зашел в их профиль и посмотрел, кто из их клана сейчас не в сети, и решил взять его ник. Я полностью скопировал профиль одного из игроков, кинул нескольким игрокам заявки в друзья и ждал, пока кто-нибудь из них добавит меня. 3 часа моих попыток дали мне понять, что это не совсем легко сделать, и в этот момент я уже потерял надежду, что смогу проникнуть в клан. Но тут случилось чудо. Мою заявку принял один из BZC клана, и я решил спросить его, играет ли он сейчас в игру Rust. Небольшой перевод, я у него спрашиваю, играют ли они в игру сейчас, он ответил мне «Да, братан!» И я ему написал, что я присоединюсь, в ответ я получаю супер важную информацию. Он мне пишет, как ты можешь зайти, если у тебя сгорел ЦПУ. А я ему сказал, что да, я могу поиграть сегодня с другого компьютера. Он мне сказал зайти в Discord, но Discord'а у меня их не было, поэтому мне пришлось выкручиваться из этого положения. Я сказал, что это не мой компьютер и попросил скинуть ссылку на их Discord. И не поверите, он скинул мне ссылку, понимаете? Серьезно? И заранее я продумал одну очень важную вещь, я же не могу с ними говорить, они же узнают, что я не Ремка. И поэтому я написал, что микрофона у меня нет. Hi, Remco. He was one of the guys that played with us last swipe. He's one of the OG members. Nice, lovely person. Капец, я у них в клане сейчас. Fucking off, we shout. Я только что проник в какой-то клан. Я не знаю, что будет дальше. Мне просто реально очень стрёмно сейчас. Лишь бы они меня сейчас не спалили, реально. Мне супер стрёмно, мне супер страшно. Remco is here? Yeah. You fix your computer, Remco? No, he's playing on someone else's. He can't really? Speak. Yeah. Okay. I need to invite him. Он поверил! И в этот момент я понял, что мой план удался, и я проник в клан! Ха-ха-ха! They've got a rocket! Oh. They're gonna raid us. We're getting raided. We're getting raided. Oh my god, there's so really? Many. Yeah. Take your weapon. И понимаете, какое совпадение? Пока я ждал КД на спальнике, их пришли рейдить. И в этот момент я смог заполучить у них код. And they have empty everything. Ооо! Понял. А нашей базы уже нет. Их зарейдили, но это было только начало нашей истории. А вот и мои ребята. Пожалуйста, только не убивайте меня. Плес. Да! Да! Я тут! Я в их клане! Ну, как я понял, у них в планах построить новый дом. Отстроить новый дом? Если они отстроят дом, вы же понимаете, что я буду в их клане теперь жить. Хорошо, что их зарейдили, я теперь смогу с нуля с ними построиться, какой-то клан развалить. Remco, hello? You're muted. He's not got his microphone, he can't speak, he's not on his computer. Oh, okay. И тут мы все дружно начали фармить на новый домик. И спустя 30 минут отстроили очень неплохую махину. Так непривычно, когда я вожу пароли от этих чуваков. И пока они занимались домом, я пытался выбить для нас пушечки. Так, я сейчас сделаю кое-что очень-очень умное. Never seen this before? What? Where? Я убил типа, okay. Блин, мне бы хелпа. At who plays the door on upstairs, please? Where is Remco? Oh wow, he's over near our old base. He has 300 scrap and MP5. Can guys go help him? Ну вот и кто у нас самый полезный? Они не могут толпой нафармить скрап. Я им за одну чирку скрап нафармил. What the fuck is going on? Remco, inside. You're here? Okay, can you cover me? We try to recycle some components. Okay. If you say yes, you can pick them up. If you say no, use thumbs down, you know? Okay, yeah. Это реально гениально. Come on. Just give me a fucking gun, for he's fuck's alone. Sake. Stop this he's stupid... Alone. He's alone. Crossbow shit.
Постепенно наш домик расширялся, мы поставили второй верстак, и наших ребят начали убивать на переработке. Я побежал им помогать. It's not solo, guys, it's not solo. I'm winning. Yes, I'm in front of you. Be careful. I'm sure you're gonna die. Ромка, kill them. Nice. You kill one? He's killed them all. Yeah. All? Ромко, you're a monster right now. What the fuck? Ромко, what the fuck? They're all loaded. Они постоянно умирают, а я постоянно убиваю типов. Серьезно? Так, они слишком много говорят. Меня это сбивает с толку. Мне проще бегать одному. И повыбивать им немного пушек, потому что они как-то очень слабенько отыгрывают. Супер слабо. По-моему, он кого-то здесь убил. Да. Hey, Remco got a new semi and custom also. What? Like two semi and custom. Can I play custom maybe? I mean, if anyone else wants, they can have it, but like... Hey, пацаны, ловите! На. 30 seconds. Yeah. It'll be gone very quickly. Ого! Drop all the X for me. Exactly. Drop. What? Dude, Remco, did you install a shit or what? Remco is cheating, I think. He's killing someone. Hey, he changed PC for cheating now. He killed two people, you see. Right now? Yeah. It's a joke. How does he see them? I don't know, man. Remco, you're cheating or he's what? He's a fucking chat, that's what it is. This guy just shooting. I think Remco took some drugs, it's not a normal behavior right now. Lucky kid. But why you can't use a fucking mic, Remco? И в этот момент я уже понял, что они что-то подозревают, и решил поумерить свой пыл. И никого не убивать. Thermal, take it. I need to reload my game to see things for now only. Guys, everyone, change all the door codes, I'm banning Remco, it's not a good Remco, it's a good thing. Чё? Они меня спалили! И вот вы думаете, что я спалился по ошибке? Нет, скоро вы узнаете, как они меня спалили. Окей, guys, you found it, my friends. But I'm not hate your clan, you know? I just wanna play with you. What the fuck, guys? I'm not ruining Remco, your bro, game. Dude, I am... No, listen. My IQ is over 9000, bro. My IQ is over 9000. You got busted, bro. I come online 2 seconds, I find you, bro. Oh, cheesy! Yes, ghosting out here, yes, bro. I'm ghosting. Look at you. I'm help your clan. Cheesy, I don't dude, hate cheesy, you. Cheesy, I just want to help your clan, you know? Cheesy, что ты тут делаешь? Я проник в твой клан, как ты заметил. А как вы догадались? Не, подожди. Ну, хочешь, мы можем тебе это... Короче, смотри, у нас у Ремка сгорел GPU. Типа он написал, что он сегодня играть не будет. Ты, походу, поставил имя, ты немножко, короче, с нами поиграл. Но когда Ремка написал нам в Steam, то что, типа, ну, я поеду сейчас в другую квартиру, он такой говорит, в смысле, так ты же уже на сервере. Ай, блин, это такое совпадение. Ну, это было весело, слушай. Ты хочешь с нами? Побегать. Да, я не против, типа. Чё? Зато я теперь могу voice юзать. Okay. From Russia with love, my friend. Why you kick me? I'm really friendly. Can you hear me? Yep. Because you know it works because of Barty. Barty is a new player. And he said it was Remco, so I believed him. But yeah, otherwise yeah. I would never have believed because I should have like noticed because as soon as Green told me, I already had dupes because like Remco is not playing like this. Этот клан был не против, что я продолжу с ними играть. И зайдя на следующий день, они отстроили большой дом, но не очень практичный. Why do you say we never finish base? Because for it's 2 days we never. Because we got traded twice, Hardy. We never farm stone. We will farm stone, what do you mean? And we did. Yesterday we did, but we got unfortunately raided. А еще я забыл сказать то, что ночью нас снова зарейдили, и мы восстанавливали этот дом. Окей, пойду пофармлю, пока они там что-то делают.
Возможно, мне это сейчас все пригодится. Нам нужна ткань. Ткани у нас нет. При том, что нас ночью это и приходили рейдить. Мы лутали очень много РТшек и даже собрались пролутать нефтянку. Но не тут-то было. Нас пришли рейдить. Киляйся, мы нас рейдят. Сайди. Great and close the door, the fucking room. Inside the compound. I killed him. I killed one more. I killed MP5. This one. Where is MP5? This one. On me. I need pistol bullets. Yeah, inside base, in boxes. There's pistols there. I can pick you up. Take it, SMG. Я пытался сделать все, что возможно, но засейвить основной лут не получилось. Да и ничего страшного, мы засейвили дом. I have jackhammer now. Nice, good job. А еще я проследил за теми, кто нас зарейдил, и решил сбегать к ним под дом. И пока я относил МПшку, я встретил еще двоих налетчиков. Please help, I killed one. One more. On me. Killed. I killed him. Oh. Good job. Let's go help him, maybe? I have so many stuff. I can wait here. I'm saved. И клан, который нас зарейдил, постоянно приходил к нам под дом. He needs AFK, no? No, he's fighting. One more dead. I can wait. One more? Oh, I'm dead! Fuck, I killed three guys, one left. Killed one. One left. I killed him. Yeah, oh, we got the car now. Let's go. We got the car? Yep, full. No, another car. Please don't die. One on me. Dead. I killed him. Nice. Go to the base or what? Yeah, we have car now. Is this a good car or not? Yeah, good, very good. Пока мой интернациональный клан занимался своими делами, строил дом и так далее, я старался выбить как можно больше пушек. Окей. О, найс. Я все сейвил и возвращался снова на замесы. Too low HP, but I go die today. Okay. To that. Exploding base.
One more dead. I'm going on roof with multi. Give me info, where is the enemy? On me. For that. Kill them. Хорошо, я сочу это, я бегу с факелом. Ой-ой-ой, нифига себе тут. Блин, тут кибитка, слушай. Тут какой-то запалёв прям лютый. Дал хит одному. С арбалетом. Ха! Я бомжа убил! С чего? С арбалета. А, я вижу этих ребят. У меня есть пас. Я бегу. Нас постоянно пытались зарейдить и рейдили два раза, поэтому мы решили переехать с этого дома и отстроиться в пещере. Мы взяли абсолютно все наши ресурсы и бежать нам пришлось очень далеко, но мы решили рискнуть. Let's hope, bro. Let's hope we die and then yeah. We can finally leave. Yeah, I really hope we die so we can go on US main and I can snowball all night. I go to outpost, guys. Okay. Go outpost. Yep. Как только я добежал до аутпоста, я решил переработать все мои компоненты. А также я решил купить калашек. Найс. I'm blinded by the lights. No, I can't sleep in. I can't feel you. I say. The street is cold and empty. No one's around to judge me. Hello, Bratan. How are you doing, my friends? I found cave. Go down. Papa. Yes, Papa is here. No, I, Big Papa. No. No, I, Big Papa. No, I, Big Papa. И, наконец, я добежал до нашей пещеры. Познакомьтесь, это наш новый дом. I'm hacking your base right now. Let's go outside, I'm going with a chainsaw. Пока ребята фармили дерево, я фармил. Но тут наткнулся на неприятную штуку. You're dead? Fuck! Yes. И любой ценой я решил вернуть этот калаш. Но когда я вернулся, я увидел, что мой труп уже залутали. И я понял, что этот домик в онлайне. Oh, what? What? I'm deep in the base right now, I have AK, guys. You have AK? Yes. Guys, come here. This base all loaded. Let's go, boys. Wait. Okay, wait. Wait. Break it? I have so big stuff, guys. We come soon. Like, we are going out of the cave now. 1 minute or two. We need to get raided only one door. Right now. Нам нужно было зарейдить одну гаражку, но рейдить было нечем. Поэтому я решил вынести все спальники, так как понимал, что эти хозяева в онлайне. What base is it? 2x2? Yes. Shit, I have more stuff, guys. I have gear set. И в этом доме началась реальная дичь. Хозяева пытались вернуть этот дом, но я его просто так отдавать не собирался. This guy closed the doors, guys.
I killed him! Nice. I got a K. And destroyed all the turrets, you can check. What, the outside one? Yeah, yeah. Just check. It's not destroyed, man. It's off. Yes, it's off, I told you. I killed him. Okay. Они меня не пушили, они постоянно пытались меня убить огненными турельками, которые переставляли. This guy have 200 IQ. I killed them all. Nice. It's all open? Fucking gun trap. Yeah, ребята выпускать меня из своего домика не хотели. А я не хотел им отдавать свой лут. У меня даже появилась идея пробуриться, но чинить бур было негде. I'm dead. What? Окей. Да, выбраться с этого дома у меня не получилось, но мы поняли, что у нас есть хорошие соседи, с которыми в скором времени мы будем воевать. Но они были не единственной нашей проблемой. У нас было очень много соседей, которые пытались нас убить. With one revolver, I kill one semi, one MP5 and four naked. To that. I'm coming, I'm pushing. Be careful, two more. Yes. Papa, take. I just cover bodies. Yeah. I kill one more. Shouldn't that Papa be done there? One more dead. I'm dead! Crossbow kill me! Fuck! Two dead more. Outside, the crossbow guy. Outside where? Outside the king. Three dead. Pick up. Four dead guys. I'm pushing, I have bag. I have only 10 bullets left. I go loot a little bit. MP5, give me MP5. I killed them all guy. Good. Papa, one guy. Yeah, I see. Kill them. Good. Another guy with crossbow, left side. Drop the MP5. Hollow sight on it? Yeah. Yeah, you can loot the body. I just cover you. Take this. Okay. Thank you. I cover you. We not suck today. Good job. Woohoo! Go speak Russia right now. А дура тупая соси вольт. Nice. We can change name your clan. What do you want to put? International Gamers. IG. Yeah, we can do that. Три полоски. No. You are like, step bro, I'm stuck, step bro, please. I'm stuck in the closet. Help me, push my ass, no. Brother. I'm stuck on the couch, step bro. Help me. No, I'm stuck in the washing machine. Yes, yes. Can you push my ass, brother? No. What is your name? You know me, we played before, please.
You guys killed me and took my stuff. I was working on it like 10 minutes. I'm playing alone. Give my shit back, please. I'm not taking your stuff. It's my teammates. Give my boots back, bro. Yeah, I give you your boots back. Are you fucking toxic, guys? Why? It's good. You killed Nakis again. Come, Papa Chase, come. Oh my god. My rust is crashing. Oh my god, nice. Зайдя на следующий день, я увидел очень много пушек. А еще я увидел огромную базу, которая сбила вертолет. И это были наши соседи. We have scapeli here. I'm not in the water. One, go! Headshot dead, one dead! Two hits, headshot dead! Two dead. One left side. One left side dead. Three guys coming, guys. I won't. I come back. One dead. One almost dead. N23, give me gun. Give me gun, fight. I'm dead. Three coming. Car is here. Oh my god! Это был клан НД, и воевать с ними на тот момент нам было очень тяжело, так как нас было всего четверо, а их было больше 10, но мы не падали духом. Let's go, baby! Yeah, my love, yeah. Oh my god, we're dead. No. Are you see this base really shit? Oh my god! Jesus! It's like a... This base really shit. Papa. ND again. So many times! Why you not dead, fucking idiot? А еще у нас появился коптер, поэтому мы решили ограбить территорию клана ND. Dead too! Валюты! Комкарди, fast! Yeah, pick up me! Jump! Let's go! Go on the roof! Top of you! Top of you! One of the alley. Okay, take it, this copter. Oh Jesus! Go! Run! Yes. I hear... Are you farming the cave? Yeah. Good job. I'm running. Good job. I'm alive! Come. I make a copter base. Nice! Stay here. Open, please, one more. Go, come inside. Go. Okay, we stay one. Good job! Woohoo! Baby, let's go! Two copter, easy. А потом мы начали наглеть и решили забрать у них как можно больше сетов. I give you ammo. Don't worry. Okay, go loot this body. Прыгай. Go, Харди. Fuck, sorry. Go. I'm fast as fuck, boy! Go. Kill them! I have more, okay. Coming! Ah, I'm dead! I killed him! We
pick me up, pick me up. No, no, one more. Give them double headshot. Pick me up, pass. Pick you up. On to heli, just run away, just run away. I killed them all. Take it, heli, Hardy, and go back. Oh, guy, he's behind, in front of you. He's down. Are you dead? Dead. I killed them all, again. Take heli and pick me up, please. I killed them all again. Ну а пока мы ждали, пока наплавятся серы и остальные ресурсы, мы решили пофоткаться в своей пещерке. Say cheese! Yeah, cheese! Oh my god, look at that picture, look it. Look it. Oh, nice! Look at me! Oh my, African girl! Can you scream now? Just scream. Invoice scream. Give me. Oh, look at that. Sydney, what do you say? Move your ass. Repeat again. Move your ass. What do you say, Papa? Shivili bull come in. Shivili bull come in. Sydney, shivili bull come in. What do you say? Repeat. Тупой. Yes. Тупой Сидни, шевели булками. Неподалеку от нас начали рейдить ракетами, и мы решили туда сходить и посмотреть. И как оказалось, рейдил клан МД. Да. Nice, fire. Six guys coming. Careful, guys. Have rocket. Go to the cave. I go from behind. Who's looking down the cave, guys? It's him. I'm dead. I killed him. There's one guy by the bucket. I save all. There's one guy by the bucket, guys. Just know. I'm taking the cave. I take it full gear. И этот клан просек, что мы жили в пещере. И они постоянно пытались нас крысить, но мы-то не глупые. Inside cave. You think inside? You're inside? Yeah, yes. Yeah. Okay, listen to me, where are you? We went left. Don't go. One more. Four more. Go back. I'm dead. Push. One just, one left. Two. One dead. He's looting. Go. Pick me up! Yes! Good job! Good fucking job! I cover outside, go loot! Put torch! Мы очень сильно хотели зарейдить клан НД, но на них нужно было очень много ракет, поэтому нам приходилось очень долго фармить. Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Харди называет меня папочкой. Папа. Yes. Take it drill. Go far. I have more. Okay. Сдалека вам, возможно, было не видно, но рейдить собирались мы вот эту махину в онлайне. Let's go, давай иди нахуй, блять, окей? Yeah, this guy here, come here. What are you running? Inside. What the hell, look? Yes, all dead? All dead. I come. I killed him. Go roof, protect, I'm coming. I can't, boost me. I have wooden ladder. I boost you, guy. No, 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 no! It's too late. Okay, let's go! Two dead!
Three times right side. One dead. Three times right. No, we killed two on the first three. I headshot one. Three times. I killed two. Nice. I'm pushing. I think I killed them all. Oh, what? Yes, farm man. Be careful okay. The roof camp. I take ulti. Why is the other one here? I told you, Pepe gas. Fucking noobs, Pepe gas. I have so, too many cloths. Kill them. One left. Come to me. No, come to you. You come to me, man. We need to push and loot fast. Oh, there's a guy on the rock. Мы сейвили нашу выбитую добычу и возвращались снова на эти же замесы. On me. You dead? I'm dead. One on me. Но, как вы понимаете, не всегда нам везло. У нас были ракеты, и мы знали, где живет большой кланчик в маленьком домике. И мы решили попытаться их пробахать. Ну ничего, клан НД. Мы скоро и за вами придем. Wait. One dead! One headshot, one dead! Newman, you dead? Yeah! You guys, can I get direction? Wait, go, is the old guy? Yeah, go, boom, boom, boom! You have boom! Tarmac! Wait! Grara here! Where is Boom Boom more? Kill him. Green, you have rocket. Yeah, I have one rocket, I come. We need one rocket. Okay, I'm coming up. Your rocket, next. Go fast, man! I have one more. Oh, behind. I'm dead. He's behind the small rock, bro. I'm dead! I'm dead too. Этот замес мы проиграли и потеряли 5 ракет. И в этот момент мы решили, что любой ценой мы зарейдим этот домик. Эй. Tell me why you are so dumb. Why you so bitch? you are big cock, cheese. Yes, I big cock. Cheese. Yes. When I come to Russia, I call you and I fight with you 1v1 and I beat you. No, it's really easy for no me. No chance to fighting against a Russian man. No. I'm more better than Russia. I'm from Serbia. No. This is better. Don't shoot, what are you doing? Kid, I killed two guys, shut the fuck up. Oh my god, you suck. You suck, I think. I killed him! Shut the fuck up! I need help, Papa, idiot! No, I don't help you. Let's go, Mortal Kombat! 2-2-2-2! I killed him! I save your ass right now! No, you save your ass, bitch! I love to play with you, Papa, you are so funny guy! Короче, фарм ресурсов у нас проходил довольно весело. И вот самое страшное, что могло произойти, это то, что за время фарма клан ND сгнил. Это очень обидно. Но у нас был ящик ракет, и мы знали, куда мы их можем потратить. Papa, take this. Nice. Now I'm big, Papa. Начнется хаос, особенно вот этот вот очень угрожающе выглядит. Реально, сколько их тут? Jump. Oh, Jesus. Bags. Everyone plays bags, free bags. We went locked. So what? We ready? We pummel on the left side. We ready? You ready? Three? Ready. One. Let's fuck them up, boys. I look at those. Wait, they are not here? I think they're roaming maybe. Because yeah, they were roaming. Here like 1 hour ago. I see, two guys coming, 200. 200, full gear guys.
Kill roof camper. Wait, where is the... Did you loot the body? Did you loot the body? Зарейдив одних своих противников, мы отправились рейдить сразу же других. У нас осталась самая малость ракет, которую мы хотели вбахать в наших соседей руфкемперов. Смотри, сколько их! Okay, let's make these kids regret to rooftop, guys. You ready? Three? Yep. Two, one here. Okay, perfect. Tourist. Yeah, I know. Don't go. Rocket with me. Listen, the base behind you, they're opening doors on this base here. Shooting on that side. Oh, outside. Got him. Keep rocketing, same spot. I can't win. Please, HV rocket. Yeah, I'm destroy tourists. Yeah. It's GFV. Tarmac, it's Skrish. You remember Skrish? I don't know. Be careful, guys. Okay, it's wooden. Stone. There is player behind the base. Behind you, Psych! Psych, behind you! Hey, good! Behind us, base! Okay. I'm dead! Okay. There's a over here! I got the DB guy! I'm dead! Come on, count is behind! Killed one! I'm dead! Who died? That M2 killed me. I'm coming. DC destroyed right now. Yeah. I don't know. Right side dead. Зарейдив одну вышку, мы приступили ко второй, так как там сидел пулеметчик. Сзади блочка. No. Don't go. Kill crossbow. Watch out, they're gonna roof camp us from behind us. Tarmac, where we rocket? Bam! Yes! Nice, dead! Destroy gun trap! Gun trap! Left! Yeah, nice. Destroy gun trap. Bunker. Kill him! No, don't kill! He's low HP! Is he dead, Hardy? Yeah, he's dead, but he take it. He close garage door. No problem. Лут на этом сервере нам уже был не нужен. Мы рейдили, чтобы просто выселить. И поэтому решили полностью загриферить этот дом. I go push! Push, guys! Вот как-то так я познакомился с этим кланом. И дальше ты с ними больше не виделся? Не, это только начало истории. На самом деле, я представить себе не мог, что иностранцы примут меня в свою команду как своего. И я к ним настолько привяжусь. То, что будет дальше, не описать словами. Но я попытаюсь. Мы оказались на другом острове, в котором было очень много различных кланов. Очень опасных. И построиться мы захотели вот здесь. Да, зима, но это был хороший вариант, как нам казалось. И тогда многие кланы пытались вступить в альянс. Вот с этого все и началось. Connecting. Go. После вайпа мы зашли на самый хардкорный сервер Растория Йоумейн, и продолжал я играть с кланом BZZ. И как только мы зашли на сервер, мы сразу же решили встретиться. У нас был особый план по развитию на этот вайп. Мы пофармили немного дерева, пофармили кабанчиков, ведь нам нужно было топливо, чтобы отправиться в метро. You know what I think we should do? I think maybe we should try to rush the trains. А еще у нас было очень много файтов на копьях. You have a pig? I have a butt knife. Where's the pig? Yeah, the pig, yeah. Yo!
Killed one. Come, 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 psych. I'm down. You both dead? Oh, no, 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 okay, pick me up, Papa. Guys, you need to not split up from the group, please. Ай, больно ноги! И прежде чем спускаться в метро, мы устроили небольшой перевал и пожарили мяско. Go, 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 my little nakeds. Psych, move your ass, bro. Шевели бульками, not move your ass. Yeah, шевели бульками, тутой. No, we need two more. Тупой, тупой, шевели бульками. 1, 2, 3, 4, 5. Head. Head. Kill. Good job. Okay. Hey, stand, bro, I'm stuck in the washing machine. Ayo, okay. And then you hear your papa chess coming. Hey, I come from behind. Oh! One dead. Yeah, dead. Kill them. Nice. All dead. It's ND. В метро мы выбили свои первые пушки и налутали огромное количество компонентов. И добрались до пункта назначения, где мы хотели отстроить свой первый дом. Но это место, к сожалению, заняли. И мы решили узнать, кто это. И эти ребята оказались друзьями Тармака. После чего мы забежали на Харбор, чтобы переработать все свои компоненты. И пока они перерабатывали, я пофармил немножечко камня. Ну а после мы в турборежиме начали отстраивать свой домик. Папа, чест. Python. I have semi. He's coming to me. I'm dead. Okay. Нас постоянно крысили соседи, и мы точно знали то, что мы их зарейдим. Но нам нужно было на это время, и очень много подфармить. Да, нормально возле нас дом строится. Очень даже неплохо. Походу намечается у нас здесь клановая битва. Зерги против зергов. И пока я фармил зерку, Тармак отстраивал дом. Easy, wolf. But really? It's actually maybe wolf. Wolf, was it? No, you? It's not. He's in party. I saw him in party earlier. No. He's in Y9 right now. Really? I'm not making the same mistake this time, boys. I ain't letting no Russian YouTuber fucking coming in here and making me upset to forget. Yeah, this guy say, I know so damn clan. I can ghost this clan. Для тех, кто не понял, в наш клан пытались проникнуть точно так же, как это сделал я. А еще у нас постоянно были войны за наше метро. Q1. I'm coming, Cheesy, I'm coming. And you dead? You dead? No. I'm coming. Kill two. One more. Everyone do a pass. Kill three. I killed them all. You're insane, man. I report you. This guy all dead. One more, I killed him. This guy all dead. Wait. He stopped. Yeah. Oh, they see us. Go, boom, boom. Oh my god. I got it! Ow! No. I got it! Oh! Dead. Oh, they're so loaded. Короче, полутаться в метро мы никому не давали. Ну и постепенно мы выстраивали китайскую стену вокруг нашего домика. И как только мы начали расширять домик, на нас начали нападать другие клановые игроки. One time. One dead. I'm dead. Two dead maybe, I don't know. One dead man. Headshot one. One dead.
Papa, I'm pushing with you. One, two times. One dead. I'm dead. One close to you. Yeah, this is same guys. So many of them. One dead. I'm friendly. I'm friendly. Two dead. Friendly. Two dead. Two dead. Two dead. Two dead. Oh, there's a guy here chasing us. Fuck you, bitch. How many guys in this base? What the fuck is going on? Get out of here. Are you know dead in Russian language is grandfather? Dead. Dead. Grandfather. Yes, дед. Дедолог or grand? Дед. Дед. You are dead, папа. И как только мы скрафтили первые ракетки, мы сразу же решили выселить наших соседей. Окей. Okay. You guys ready? Any raiders in here? Think about shooting once on every wall when I tell you to. Yes, yes. Two rockets at the same time. Ah, start shooting at the walls right now. Shoot the walls. Okay, let's go. Boom, 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 boom! FBI, open up! Boom, boom, bitch! Boom, boom, motherfucker! Don't gather up that with last time! They're gonna go on peace in a second. They're almost at the peace, I can hear them. I'm dead, I'm dead! Yeah, you killed him! И этой ночью мы наконец-то избавились от наших соседей. Блин, классно, теперь выходить никуда не надо. Все под защитой, вообще отлично. Пушка. Папа, чест хер. Папа, алло. I need your cover. Yeah. Окей. Пока клановые игроки спали, мы решили провести электричество в нашу ферму, чтобы выращивать ткань. One here. One here, and one here. Is it good? Yeah, far enough. Nice, nice, let's man. Let's go for the light. Needle. Are you pro electrical man? I haven't fixed it. А еще я стабильно в зиме фармил, которые фармили серу. Farmer guy is dead. Ellie. Doctor coming. I saw one guy on the roof. One naked, what the fuck? Guys, can you sell AK for Sufu? We can die. Wait, what the fuck? What do you mean? You come on the fucking roof like this, and you ask for us? Зайдя на следующий день, я даже и не подозревал, что нас рейдят. Но когда я зашел, я услышал шаги и увидел, что из моей тимы никого нет в сети. А еще я увидел то, что я не авторизован в шкафу. И я понял, что нас уже рейдят. О, no.
I'm dead. Oh my fucking god. Bye bye base. О, я умер. Отбивать дом мне было нечем, и я пытался найти хоть какое-то оружие. Fucking offline raider. И вот вы ни за что не поверите, кто нас зарейдил. Нас зарейдили друзья Тармака. И они знали, что мы здесь живем. И они пришли ночью, когда мы спали, чтобы забрать наши ракеты. Молодцы. Класс! No! On me! On me! I'm alive! Отбить дом у меня не получилось, я зашел слишком поздно. И в этот момент я решил, что я не оставлю МЮ клан в покое с этого дня. Но для этого мне нужно было реализовать мой гениальный план. Хоть мы и потеряли дом с печкой, но у нас осталась ферма, в которой было очень много ресурсов. А также там было очень много ткани, которая нам была как раз таки нужна. Я схватил единственную двушечку и решил попробовать кого-то убить. Go buy this bitch. Go, 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 go. Hello. I killed him! You fucking noob, bitch! Сразу хочу вам сказать, что в этот момент у меня не записался Discord, поэтому я разговариваю не сам с собой, я разговариваю с тиммейтами. И так как я выбил калашек, я хотел, чтобы они потратили еще ракеты и решил байтить на вышку. Kill one more, AK guy! You can loot this body. One fall dead. Kill one more. I got 2 HP! Please don't raid my base! И рейда ждать долго не пришлось. Они потратили еще 20 ракет в дом, в котором ничего не было. Hello, friendly naked gaming. Friendly man. This Yoka is so shit. Вы, наверное, и сами понимаете, что чтобы зарейдить такое, нужно очень много ракет. Ну или можно просто проявить смекалку. Fuck, really, MU clan have so really shit base. А так как у нас было очень много тканей и очень много людей в клане, мы решили попробовать угадать пароли от их рейд-кибитки. What? I mean, what code? What? No! Yeah! No, what? Yeah! What is it? What happened? Yeah. What happened? We have the code! Nah. Yes, what's the code? What is the code? What is the code? Give me. Give me, tell me. Tell me, Papa Cheese. Papa Cheese, please. Ah, he's lying. No, Are swear. You lying, Papa? I swear he has it. Don't lie, Papa. Papa, just give me code! Oh my god! Hello? You think this guy here?
Hello? Okay, wait. What's the code? Yeah! Yes! Let me go in, let me go in. No shot, dude, no shot. Dude. Close the door, I can't come in. God, God, what is code? What is code? What is code? Cheesy, please. Wait, wait, bro. We have metal fragments right now. И естественно, чтобы не привлекать внимание, я решил сразу же изменить ник на иксоклановца. MU guys online right now. И пока MU занимались своими делами, я решил попасть в их вышки, чтобы спереть пару калашиков. I got so many wood. And Jackhammer. И пока я тырил ресурсики из их дома, Тармак мне сказал то, что ко мне кто-то зашел. Cheesy, watch out! One of you guys inside tower! Get out, get out, get out! И я решил дисконнектнуться. One guy here! Why you kill me? You can check, guys. Hello? И когда он начал смотреть в мое тело, вы не представляете, как я испугался то, что меня раскрыли. Я лежал и думал, понял ли он, что я не свой. Но он просто взял и убежал. И тут я понял, что с этого дня моя жизнь налаживается. Чтобы выйти с этого дома, мне нужно было, чтобы их кто-то забайтил. И я попросил это сделать Тармака. I am professional. Professional offline raiders. Good side, fast! This guy running! Окей. And go, and go, and go, and go, fast go! Fast go! Let's go save us! Let's go! Let's go left side! Oh my fucking god! Oh my fucking god! Take it! Bro, it's insane! It's fucking insane right now! Ну а после того, как мы украли ресурсики, мы решили засейвить наш лут во вторую ферму. Да, я только узнал, что у нас была, оказывается, вторая ферма. Фармер Тармак. I am better than Cheesy. Yes, you better farmer. Ну а потом, чтобы поставить третий верстак, нам нужно было немножечко подфармить метро. Sorry, broken. But it's really so funny. И один такой насыщенный заход в метро нам принес сразу же 1500 скрапа. И мы смогли поставить третий верстак в нашей ферме. А потом мы у клановых игроков отжали броневичок. We can kill them! Nice! Go, 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 come in, come in, come in! Найс, бро! Ну и сразу же после, для быстрого развития, мы решили купить коптер. Ну, моя следующая остановочка — это аутпост. Надеюсь, тут ПВОшек у нас не будет. Боже. О боже, нифига себе лучший водитель во вселенной. О май гад. Нам нужно было топливо, чтобы поставить печки в нашей ферме. И поэтому я прилетел на аутпост, и ко мне села бомжара. Но я знал, что в такой ситуации можно делать. You want to fly with me?
Okay, let's go. Самый умный, что ли, оказался? И если вы думаете, что после этого мы начали спокойно жить, нет, к нам начали прибегать очень много клановых игроков. One dead. Ну а после у меня появилась абсолютно гениальная идея давить клановых игроков на черепашке Джо. И тут должна быть другая музыка, вот что-то типа такой. Ну-ну-ну, гранит! I killed him! I got 2k! Just loot this body! Just loot this body! From behind! Headshot! I killed him! Go, 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 to the base. И если вы думаете, что набеги клановых игроков на наш дом закончились, нет, нифига, они пришли нас рейдить. Three guys inside. Can you come here, Broken? I have a gunshot. No, I'm dead, man. We all gonna die. Oh, I'm dead. Yeah, dude, we are so fucking dead. I don't know why you can't come with Kelcher? Me, Broken. There's two dead. На самом деле, я думал, что эту ситуацию уже не спасти. Но тут я нашел мертвое тело, в котором был калашик. I'm in TC. Guys, I'm in TC. Go, 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 come to me fast. We need to destroy TC. На первый этаж я решил поскидывать пушки, которые налутал, и пойти вынести шкаф, чтобы поставить свой. I'm in base. Give me a gun fast. Wait. I'm save it. Gun safe. Behind TC. One AK in the gun. Oh, over here. The Arabs are pushing them. Is it open? They're coming. He can't shoot. Oh, he's out. Two dead. I killed two. Are you dead? Yes, I'm dead. Хоть они и поумирали, но мне удалось засейвить часть ресурсов и очень-очень много пушек. Что, в принципе, было очень даже хорошо. Ну а потом мы поняли, что жить на ферме за одной стенкой — это такая себе идея. И отстроили себе неплохой мейн. We need boxes here. IQ1. How's the guy?
Ну а потом мы решили обворовать впервые клановую ферму. We need wait. Окей, okay, wait night там. Time? When? And I can join. Night time. But it is night. In game. Night time in game. Not real life. Oh no no! Oh no! This guy coming. They're going away. Yes. Look at the stream, guys. Oh, I have big ass. Oh, nice. Oh my Careful god. Careful from behind. What is he doing? Pepega driving. Oh, Emu is talking to me. Why? No, don't shoot. Look what they're doing. Shh, you can kill shh, them shh, all! Cat. They don't have guns. Let's go. They land. No, but it's okay. They're fighting. Let's go. Shh. Okay. No. You don't. It's okay. Don't worry. Go fast. If you die, so bad. Yes, one in base. Go kill yourself right now. It's okay, don't see, let's go, fast. И пока я пошел лутать какой-то железный домик, Тармак пошел лутать ферму. They have a shop. Yes, bite this guy. Right yeah, now, I'm baiting. More baiting. Yeah. I'm here in base. Quick, Tarmac. Don't die by shotgun trap. He's not shooting at me. Bite this guy. More, please. He's not on the roof anymore. Okay, go inside. Fuck, it's so bad. I'm inside. Don't take a shot from the shotgun. Please. Yes. Oh my god. I'm going to die from cold. No, it's fucking bunker, bro. Wow. Oh, he's on the roof again. Yeah, it's TSP, yeah. But this is fucking bunker. Orti, I saw Orti. Yeah, take the ulti. Do they have good genes or they have random genes? It's not real looting. I can kill yourself in this base. Where are you? I'm in base. I don't know where I am. You will be greedy, Tarmac. Run out. Yeah. Okay, I'm out. Wait, I'll beat him again. Тармаку с лутом повезло, а вот мне, к сожалению, нет. В этом доме абсолютно ничего не было, это был какой-то бункер, и мне пришлось киляться. Oh, I'm dead. No. What? One dead. I'm riding that wipe off. One dead. Nice. Two dead. Nice. One more dead. This guy dead. Good job. Нам нужен был металл, и поэтому мы еще раз решили обокрасть турецкую вышку.
Oh, hello. Oh. M2? M2? All we need. M2? Take all guns, all guns, take all guns. Please. Look, all empty already. Big Yonk? Go home. I go home. No, it's big risky, bro. This is Big Yonk, M249, Big Yonk. Hello, Mr. Privet, Mr. Orzan. Ooh, MU clan, very good clan. Hello, welcome to my base. Oh, giveaway? M2 giveaway? Nice. Okay, pretty much been left alone, which is nice. Спасибо. Шевели булькани. Йоинк. Йоинк? Уга-буга. Уга-буга. О, йоинк? This is my M2. Нам нужно было проникнуть на территорию клана, а это было возможно сделать только через крышу. Но для этого нам нужно было уничтожить там турели и ПВОшку. И как только я начинал стрелять по турели, всегда кто-то выходил и чинил ее. Потом мы взяли коптер, скоростные ракеты и решили навести суету, но... You see, I'm pro driver. We can boom boom this crap killer. No! What the fuck, I don't see! Look at this body. I can't loot this body. Headshot. Who's shooting? I got M249, where is this bitch? I want to kill this guy. I shoot him too. One more headshot. Oh shit, who's shooting? Where this bro, where? I wanna kill this bro. One shot. А потом у меня и вовсе появилась гениальная идея. Попасть к ним в магазин. И нет, не чтобы забрать у них лут, чтобы просто поменять цены. Shit. No way. Вот такие цены меня устраивали больше. Easy, I go. No. You forgot something. You forgot to remove the old. No, he did. I did. That's really funny, bro. We play like a parasites, bro. И вы же знаете меня. Все так просто закончиться не могло. На наш дом напали. No way, I just disconnected, I'm connecting back. No, too much. 8 guys. Careful. I don't know. We're getting raided? I don't know. We got raided. Ellie. You're coming. You have rocket launcher. Really? Yeah. I'm dead right now and I have cooldown. Yes. We're going to roof, I think. Yeah, this guy coming to the roof. Yeah. I have an ID. Oh, I'm so it's sad. It's okay. Building plan. Can you make a door? No, wait. Мы застроились и вроде бы как смогли бы отдефать этот дом, но такого я точно не ожидал. No. Меня взорвали сквозь текстуру. По итогу мы потеряли наш дом. Снова. И вот вы просто посмотрите, сколько их пришло нас рейдить. В этот момент я не представлял, что я буду делать в соло против этой базы. Но и бросать свою идею я не собирался. Зайдя на следующий день, я решил проверить, поменяли ли они пароли после того, как мы утащили пулик. И на первой двери они поменяли. Но я не терял надежду и решил проверить, поменяли ли они везде. И так как у меня была авторизация в шкафу, я решил пристроиться. И как оказалось, они сменили пароли только на первой двери.
Так, слишком много мне брать нельзя. Ну да, ваша вышка кушает много, с этим не поспоришь. Ну и как бы пока. Я пошел дом себе строить. Пойду пофармлю немного дерева, камушка. Ого! А чё вешаем нынче? Я не понял. Лол. И как только я отстроил дом, я решил позвать к себе моего турецкого друга, который мог мне переводить, что они говорят, и что я должен говорить им. Hello. Hello, Mr. Cat. Yeah, what's up, Cheesy? Okay, I need your help, because I'm right now in the Turkey base, you know? In MU base? Yes. Not the main. Okay. Berry base, you know? Okay. And I need to translate in chat. Okay. Because I can use Google Translate, but fucking that. But what this is translate say? Is so bad. I have big problem right now, because these fucking Turkey guys have so many auto turrets. Я услышал, что кто-то один бегает по их территории, и понял, что это мой шанс проникнуть в их клан. Но вы не представляете, насколько это было страшно. Right now I can try, yes or not? If you want. Please, not MU Ozan right now, please. No, you're gonna get shot by him. Oh, I see this guy. This guy coming. Oh no. Oh no. What? Он поверил. Окей. И пока он был на ферме, я решил сделать вид, что я чем-то занимаюсь и выращиваю ткань. I'm like farmer boy, you know? И забыл сказать, все это я демонстрировал моим друзьям, Кату и Санрею. I sent you on group. Okay. I sent you on group. Думаешь, не проканает? Wait, I have good idea. I can die from auto turrets and say this guy, I don't authorize. Can you authorize me? Yeah. Заодно я решил авторизоваться во всех башнях. Please not shotgun trap. No way. Oh. M249. No. No M249. Are you see how many auto turrets? Yeah, but their base is so shit. This guy running. Вижу одного, он убежал. No, why you fucking TC? MP49, easy. No MP5. Why MP5? Yeah, they're all Turkish. They don't want anyone that's not Turkish because they don't know English, you know. Мне оставалось пройти всего один забор, но там стояло очень много турелей, и я загнал себя в тупик. Я не знал, что мне делать дальше. Босс, Бурдамысын. I told him. Take him atar misizin. Atar misiniz. Таким atar mısınız? Таким atar mısınız? No, no, i, e. Таким atar mısınız? Yeah, таким. What? Таким atar mısınız? Yeah. It's nice? Or not? Yeah, it's just a little bit Russian accent, but... Таким атар мысынис. What the fuck? Yeah? What the fuck? Yeah! Таким атар мысынис. Таким атар мысынис. Это так тупо звучит здесь. Таретлери... Капатабилири миш син. What the fuck is going on?
It's so hard for me. How can I say just Burdamisen? Burdamisen is like are you here? Yeah. What the fuck? Jesus, man, how do you know that you're so good? Boy. Just close the door so he knows it's you. Yeah, look, he's testing you. He knows now it's you. Sambo, who the fuck is that? I can kill you. Я могу убить тебя. Давай. Hey, bro. What's up? Yo. Just type in chat. Just type in chat, bro. Nice. How can I say? Yes. Type in chat. Chat about. Where are you from? Sumray. Sumray. Ukraine. Oh no! Sen Ozan. Ozan, Discord'a gelir misin Ozan? Telefona baksana, telefona. He's saying look at your phone. И в этот момент я понял, что все, мне хана. He knows he asked for phone. I know it. He's changing. Yes, this guy changed. Ты можешь встать на спальнике в ферме и поменять пароли. Nice. Oh, what the fuck. He's talking in corner. Это он стоит? Yes. Make bone knife. No, not right now. Just wait. They all live in one city, you know? Shhh. Это ты бегаешь или он? Он. Он уже в... Он понял, что пароль не подходит. А я меняю у него прямо на глазах. This guy so stupid! This guy not see me! Clear authorization. Nice. What the fuck? These guys are so stupid. What the fuck? Oh my fuck. I get dispowned at all. Yeah. Okay, I can do this. Когда он меня рассекретил, у меня оставался только один выход. Поменять везде пароль. And change it all password. Why is their tower code different? Are you sure it's 5862? It's not 5... Oh, it's 5682. Ты тут уже поменял, да? Да. One tower is 1331. Трай. В антираде ты? Нет. Юбич Хазмат? No. I'm stuck this guy right now. I'm stuck this guy in base, yes. I can see. Я выпрыгиваю. А, ты чуть дальше. Мне хилки нужны, у тебя есть? Есть чуть-чуть, но немного. У меня ткани до херища. Killed him one more times. Hey, Chisi, invite me team. Кстати, да, дай тимку. He backed his own shotgun trap! He's so stupid! No! This guy dead from shotgun trap, LOL! This guy's so stupid!
Ну и как только мы поменяли пароли, мы сразу же решили вынести у них электричество. Но турели так вырубить у них все и не смогли. One dead. Nice. Пойдем новый сломаем, еще один аккумулятор. И они настолько были в восторге, что я их закрыл со всех сторон, что они не могут выйти из дома, что начали деспавнить свои ракеты. No way. Yes. This guy despawned. No way, this guy despawned. This guy really so bad. He despawned base? I think yes. Yeah, that's good, bro. He lost everything. We won. Yeah, we did. I need pistol bullets. I'm out of everything. А потом они и вовсе решили улететь со своей территории, прихватив корову, пулики и скоростные ракеты. They're flying. No, 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 this guy dead! Nice. I dead! One more, please kill him! Kill them, guys! We're going! One more, only one! Yes, on me! I know! Kill him! No, he's dead! Alive! No, all dead! Good job! Let's go! All dead! I got him too! Let's go! Иди сюда! Смотри вот это! Вот это смотри! Берем ракеты, взрываем их нафиг! Take it all rockets and go this! And go boom-boom! Boom-boom! Turrets, boom-boom! Ну и конечно же я решил вернуть им эти ракеты! This is so good feeling, I swear I feel so good now. Hit another turret. Is it dead? Yeah, it's dead, nice. Oh, multi turret I think. And destroy it one more turret. Yeah. There's multi turret, we need to kill multi turret I think. Yeah, okay, but I had so much loot I need to drop here. I can give you... Yeah, you can drop. Yeah, I drop a full metal kit here, so... I need cover. Yeah, okay. One more turret's dead. I think they're leaving. No! Oh my god, turret there. Give me HP rocket, Ozan. I can kill him. Give me. I'm dead. One window. Yeah, I see. Window one. Yeah, I see. Hit him twice. He's not peeking me. I'm almost dead, I didn't hit him. It's not naked, I killed him. Nice. I'm coming. We need to destroy two turrets and then we have everything. Just two turrets. Стрелли? О, с болтом? Да. Doublet. I'm coming in now, trying to... One more! Yeah, I know. Who's this? Doubly flying! I think it's theirs. Oh my god, no. I'm so stupid, what the fuck? Ты можешь идти ко мне. Yeah, thank you for letting me in, you retard idiots. This guy all despawned right now. I killed him. Nice. I'm coming in now. No, I'm dead from... No, I'm alive. Baby, wait. Let's check if they change real base for more turret. Все, минус. 800 скрап из здесь. Тут еще турели, аккуратно. Еще на крыше куча. На крыше, он меня убил. Прости. I'm dead. Headshot. Nice. I'm 10 HP.
Go eat my dick right now. I'm 10 HP, do you have meds? Cheesy, no, I don't have. Oh no, do you have rockets? I see turret, I can break it. Not too much. Oh my god, I'm dead to turret. 10 HP, bro. He's on roof, he's on roof. Yes, I know. Go eat my big black fat cock. Бля, да он крышу контрит, он не дает зайти. I killed him, I killed him. Nice, I go loot body now. I'm loot you. I got Python. He's so cold, I think I did die. I'm trying to destroy this. But I don't have more rockets, I have only two. You have rockets? Oh. No, I don't have. No, this turret is so... That is their looking weapon. Kill them. Nice, oh nice, you're so good. Oh my fucking god. My body not looted. I'm destroyed the turrets. Nice, bro. I'm coming. I'm dead. AK behind you. Yazık kafana. Behind? Yeah. Where? Yeah. From entrance, our side. He killed me. Мы уничтожили основную часть турелей, и в принципе территория была уже под контролем. И к этому моменту все задиспавниться не успело. Бро! What, bro? He's on roof with AK. I got one row metal springs right now. What the fuck? What? Killed him. Nice, bro! You're insane, dude. Oh my god. А еще на некоторых дверях они не поменяли пароль, поэтому я мог сейвить лут прямо на их территории. I can save here stuff. Yeah, I know. Good. Fucking noob, I killed him. Nice, bro. Nice. I go in the roof camp tower and hold roof with them. Oh, I got medical syringes right now. Мы пытались дружелюбно поговорить с этим турком, но он открывать двери нам не стал. А еще он сказал, что в доме уже все задеспавнилось. И вот вы не поверите, что произошло дальше. Дальше на них напали китайцы. Ну и вы уже, наверное, догадались, кто же будет отбивать эту территорию. Да, это я. This guy getting graded, I think. Yes, he's getting graded. Break me, you tsunami. Yardım lazım mı? Hayır. One rocket launcher dead. This guy dead. Nice, bro. You can loot this guy. Loot. Oh my god, this guy's so bad. I killed this bitch. I'm dead. I killed him. Nice. He's throwing bed. You need to loot this body. Bro, we have M249 and we don't have any bullets of meds. Kill one more. Nice, good. Пока китайцы рейдили турков, кто-то пришел рейдить китайцев, пока китайцы рейдят турков. Гениально. Lol, what the fuck is going on right now? Just tell me.
Как ты понял с моего рассказа, клан BZZ одержал победу над кланом предателей MU. Мы им преподали тогда знатный урок, и с этого момента наша репутация среди кланов на этом сервере просто моментально возросла. Многие стали бояться клан BZZ, а многие наоборот, пытались нам помешать всеми силами. Но самое страшное, что могло произойти, это внутренние разборки между главой и всеми остальными ребятами. Я даже сейчас помню, как этот клан постепенно разваливался. На несколько месяцев опустился занавес. BZZ перестали играть. И спустя некоторое время я все-таки смог их снова найти. На нашем пути появился огромный клан французов, и они всеми силами пытались доказать нам свое превосходство. Но тогда многие в BZZ считали меня уже лидером, я был обязан поднять их боевой дух. Ну а как все было, я расскажу с самого начала. Бегая по карте, я рассчитывал просто найти какие-то приключения, а в итоге наткнулся на старых добрых знакомых. И я был удивлен, ведь я не знал, что они снова собрались вместе. Hello, hello. Can you wave me, bro? Can you wave, please? BZZ, hello, my friend. I love you. Say Tarmac hello from Papa Cheese, man. Hello, BZZ friend. Hello, BZZ friend. В этом клане появилось довольно много новеньких игроков, которых я еще не знал. Но это было только к лучшему. Move your ass, Tarmac. Yeah, hello, Cheesy. Where are you, Cheesy? Аутпост. You come H15. Я добежал до супермаркета и стал их ждать, пока они ко мне прибегут. Yo, gang life, yes, brother. Gang life, stop right there. Как я давно с ними не играл, реально. Все в этом клане хотели есть. И я в том числе, поэтому я был всегда на готове сбереть мясо из их костра. Ходят слухи, что он до сих пор пытается пожарить мясо. Как только мы отъелись, мы сразу же побежали лутать метро, так как это самое зажиточное место после Global Wipe. Что? Я нашел лестницу с бота? Серьезно? Hey, don't die to these guys. И после зачистки мы решили сгонять переработаться на Train Yard. Но здесь нас ожидала засада. Hit Kazi more. Kazi is dead. I'm down. One guy. Two times. Three dead. Times. Two dead. Two dead. Спустя некоторое время я все-таки добежал до места назначения, и мы решили отстроить свой первый домик. Но не тут-то было. У нас появились соседи, которые тоже решили отстроиться в этом же месте. Hello, I'm friendly. I'm friendly, guys. What are you doing? Амогус. И эти ребята были явно враждебно настроены. I am naked, please, man. У меня есть план. А мой план был такой. У них была всего одна дверь, которая открывалась с помощью кодлока. И одна дверь была постоянно открыта. То есть я мог забежать и поставить свой замок на их шкаф. Но для этого мне нужно было выждать подходящий момент. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй! Тормак! I'm destroy neighbors! What? I'm destroy neighbors, TC! Papa already made a play. It's fucking going deep right now, I good to see.
Hello, this is my base right now. If you want something, just tell me. Thanks for farm, brother. Я забрал вражеский шкаф, и мне оставалось только выдолбиться, чтобы засейвить этот лут. А еще меня пытались многие обмануть, притворившись своим, и прыгали, как делали мы. Но меня обмануть не так-то уж и просто. Hello, it's you, my friend, it's you. It's you, my friend. Man, friendly friend. Yeah, it was. Когда Тармак со своей группой пришли к нашему дому, у нас появились первые пушки, так как они наутали огромное количество скрапа. А еще впритык к нам построился тот самый клан Джия. I think this guy coming in metro station right now. А еще мы все время зачищали метро и вытаскивали оттуда просто горы лута. Это был Global Vibe, но уже спустя 20 минут мы могли позволить себе поставить МВК двери, так как мы жили возле милитарки. Наш домик постепенно расширялся, ведь если бы мы немножечко не успели обустроить дом, нас бы зарейдили. А еще я решил построить мостик к нашим соседям. Ну и конечно же я решил попробовать поймать клановых фармил. Ну а еще с ними у нас была постоянная война за милитари танов. Hit him 3 times, I'm out of ammo. I'm with sus. 1-3 times. I come with 9mm ammo from base. I'm one dead. Take your gun, it's on the ground. I have one more shot, literally. I have one more shot. Car is above the hill. Yo, does anyone have pistol bullets? Ну и поначалу у нас развивалось все довольно неплохо, пока мы не вышли спать. Зайдя на следующий день, Тармак сказал мне то, что нас зарейдили. Тармак вернул базу обратно, но ресурсов у нас было уже не так много, как в первый день. И у нас появилась главная цель на вайп — клан Джия. Эй, чоколад, мэн. Yes. I'm gonna go roam, guys, okay? Have fun, bye. Буквально за одну ночь наши соседи отстроили вот такую махину. GI is big base? No, the small tiny group. How many guys have this base? 20 maybe. Я так понимаю, с этим кланом у нас будет жесткая война, они нас выселили в офлайне, мы даже домик достроить не успели. И постоянно, когда мы пытались немножечко пофармить, мы встречали фермеров. You killed him? Ой. One more dead. Yeah, there's only two of us. Ready to go? Okay. Oh, Jackhammer. Nice. Go speak Chinese right now. Цонима, цонима би. Konnichiwa. It's Japanese fucking greeter. Which one? Konnichiwa. It's Japanese. Oh, one time I was having sex with a Chinese girl and I said konnichiwa. And that's why she ran away. Темп развития был просто нереально интенсивным, но мы все равно не успевали за нашими соседями Джия. This guy come back right now. I see this scrap heli. Oh my god. Where? Yeah. We can boom scrap heli in base GR. Yeah, I'm gonna do that. Все время GIA летали на клановом коптере, и мы решили это исправить и взяли скоростные ракетки. 3, 2, don't get beamed. Oh my god, you missed. I killed one.
I could. Yeah, I killed him. One more. Shoot him, please. Boo! Did you blow up? Bye-bye, Scrap Kelly. Bye-bye, Scrap Kelly. Guys, this is in shot. 3, 2, 1, go. Естественно, клану GI это не нравилось, но нам было весело. I don't have zero. Oh my fucking god. That shot me. Tarbuk, pick me up! Lol, he dies. Pick me up! И после того, как мы уничтожили у них корову, они начали бегать пешочком. Пока клановые игроки фармили, мы летали на коптере и искали добычу. Jump, okay? Okay. Kill them. Dota. Nice. Quickly, Lou, I'm gonna pick you up. Dota. Пока там Тармак развлекается с базой, вечно обустраивает что-то, пойду-ка я попробую что-нибудь украсть у одного интересного клана. Я не знаю, получится у меня, не получится, но там есть печка. Но, к сожалению, воровать ресурсы у кланов получалось не всегда. Ну а потом я вовсе решил поставить шкафчики возле клана Джия. Где дерево? Сейчас я шкафчик. Забабахаю. Я замерзну, но шкаф я сюда воткну. Ну а потом я решил влепить им еще один шкафчик напротив другого входа. Hello? Hello, hello? Плюс шкафчики. Хеликоптер, патруль-коптер. Guys, say боевой вертолет. Боевой вертолет? Yes, it's a patrol heli. Say ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это вертолет. Хит, I'm hit him. I'm dead. Oh! Noob Tarmac. Hell is dead. Nice! Hell is dead close to us. Hell is dead close to us, guys. И за этот вертолет началась поистине лютейшая война. Move your ass! Шевели бульками! Шевели бульками right now! Get on the roof, like, this is right outside our base, if they take it, that's embarrassing. On me! I'm wolf on me. One dead, 5 no meds. Pick me up, emoji, pick me up. One more dead, right side dead. Heal me. I had wolves on me. I think they're ghosting, I don't know. One dead. One full dead. One AK full dead. One dead. Not one. Behind one more. One more. And there's one far further back. One more dead. There's no more here. There's some further down, but no more here. One dead. I'm dead. Four guys pushing here. I killed one. I'm getting fucking bolted. Lol, we suck. Okay. I'm dead. There's no point. We have no meds. Yep.
и этот вертолет мы, к сожалению, отбить не смогли. Пока клан GR идет вот эту базу, мы решили реализовать наш план. Взорвать у них первые двери и стащить ресурсы с их домика. One turret and behave everything. One turret and behave. I'm taking box of stone. Seven incendiary. Rocket. No. Break. I go inside. I'm inside. Can you revive me? Yeah, put turret inside. No problem. Turret. I hear. I'm in safe. There's a lot of stuff. I'm dead. By wolf. Hold. We just need to hold. I'm dead. I'm saving them too. Go. One dead, okay, dead. Right side. One more. Two hits, two times. Kill them. I'm gonna down. Go. But two red is here. Go bite. High quality. Go bite! Let's go! I'm inside! You need to loot my body, someone here. I'm inside right now! He killed you? Yeah, it's no shit, I'm double. Kill them! Delta, go bite! They're going to be here really soon. I'm here! I'm inside! Loot and go, fast! I'm inside more! Тут я словил просто шикарнейший тайминг и откис. Но меня это ни капли не расстроило, ведь мы утащили оттуда самое главное – пулемет. Клан же я очень обрадовался тому, что мы украли у них пулемет. Ну прям очень. I kill Kelly! Guys! Where? I kill two! А потом я увидел, что они снова купили корову, и я снова решил ее бахнуть. Bye-bye, Scrap Kelly, bitch! Ah! No, oh, this guy's so bad! This guy's so bad! I'm alive, I'm dead! И вот вы просто не представляете, как же сильно у них горело. Нифига себе, они салютуют. Красиво устраивают. Мы такой же салют пустим, когда вас вынесем. Я только что придумал, чем я могу заняться. Для клана соседей я решил оставить послание, которое они будут видеть со своей вышки. О, отлично выглядит. GSAC Penis веселый смайл. И чтоб вы понимали, какие сумасшедшие кланы играют на этом сервере, просто взгляните на эту базу. Это официальный сервер, понимаете? И я, когда вижу такие дома, мне сразу же хочется туда попасть и что-нибудь оттуда украсть. Но с первого раза украсть оттуда ничего не получилось, так как сервер залагал. И я откис. Потом я наконец решил изучить скоростную ракету и ракетницу, чтобы и я тоже мог это крафтить, а не ждать постоянно Тармака. Зато теперь не надо будет просить Тармака, чтобы он мне все это крафтил. Тем временем Тармак готовился к рейду и расширял наш домик как можно больше. Тармак. Look at me, Тармак. What are you doing? Why are you build shit again? Tell me. Тармак.
I say your base is shit. beautiful base, beautiful, not shit. But you have small PP because you French. I have Asian, I have Chinese PP. Chinese PP is so small, brother. Yes, so small. My PP is so small. Пойду, пока Тармак занимается своими делами, попробую залезть все-таки к этим пацикам на воде. По-любому там можно что-то утащить, я в этом уверен. Тем более я взял помпик, лестницы, и вообще все по кайфу. One guy in tower, one guy in tower. Tower us, what the fuck? This guy raided us. Как оказалось, пока мы занимались своими делами, кто-то решил бахнуть нашу вышку, в которой было очень много лута. He's so bad. He didn't kill me. What? I killed him. Yeah, he's ladder here. No. He hated not me. When, they were just not there. There were just no one. DB inside. DB deep inside. I'm dead three times. My god, bro, what do you mean? I had to push! Why you. Oh, wait, Papa, wait for me. Wait. But I go from at the top. I killed him! Yeah, exactly. We had numbers. He's a DB. He had to reload. I killed him. But there was like the shells were like. It's okay. Empty. We can come inside. I'm alive. DB dead. Okay, good. One more coming from far. I see. Nice. И вот вы не поверите, кто к нам приходил. К нам приходила эта база с воды. Та самая база, которую я хотел обокрасть. Сейчас будет ночь, я смогу отсюда убежать, наверное. Ну хоть удрать оттуда смог, потому что челики просто убил одного, выскочило еще 50. Неподалеку от той огромной базы, с кем я воевал, у нас стояла кибитка для фармы. И угадайте, что они начали делать? Правильно, рейдить кибитку для фармы. One more date, four times. One more date. Okay, and wait. Okay, Aiko's headshot. One more dead, I spilled him though. Okay. I'm dead. I see too many nakeds. Nakeds is us or not? Yeah, I'm a naked. I kill Hazi, you can loot this. I'm gonna go loot. Oh my god, you see? They're about to get raided. It's seven guys! They're building a base! They're gonna get raided, look! Oh yeah, they're raiding! И в тот самый момент, пока они рейдили нашу кибитку, их пришли рейдить клан Жия. This is fucking epic, guys! Мы можем с лестницами ворваться, попробовать у них что-то отжать. Я к ним поплыл туда. Ну и конечно же такую движуху пройти мимо я просто так не мог, вы ж меня знаете. Я припрятал кое-какие ресурсики и решил ворваться в этот замес. Этот замес продолжался очень долго, и я не терял надежду что-нибудь урвать с этого файтика.
I kill one. Oh shit. I'm loot, okay? No, 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 no! One guy chasing me! I'm inside China wall. He's dropping down into right now. I killed him! The naked? I'm running! Yeah, I kill one! I'm inside base! One more naked! Are you inside the base? Fucking grenade! Hold their like door from the raid base. Kill three. Nice. Я внутри, где ты? Я слева, беги налево сразу, забегаешь и налево. Хорошо. А, я умер. I'm dead. Let me run in. Okay, guy dead. One okay guy dead. Oh shit, three guys watching me. Воевать с ними было на стадии какого-то супер-хардкора. Я их убиваю, они спавнятся, я их убиваю, они снова спавнятся и бегут. В общем, это была бесконечная миссиловка, которая длилась минут 30. Ну а еще там было очень много бомжей, которые тоже пытались что-то утащить. В конечном итоге GIA все-таки умудрились прорейдить полностью этот домик и забрали оттуда больше ящика ракет. Мы понимали, что в скором времени клан GIA придет за нами, и поэтому укрепили оборону и ждали, когда же они к нам придут. На протяжении часа они стреляли по нам с крыши, мы стреляли по ним, и в общем ничего интересного не происходило. Они рейдить нас боялись, и поэтому я решил взять инициативу в свои руки и пошел фармить серку, чтобы вынести их. Пока клан GIA рейдил, я решил порейдить их турельки, которые стояли на их территории. А так как у меня был там шкаф, я мог сделать себе вышечку. I go to Chinese Qingchong. Qingchong, Qingchong, Qingchong. Турецов! Турец офлайн, бро. Go, go, no. One guy inside. Shh. Just sit down here. He's on the roof. Yes. He's gonna look for you guys, hide. I lose MP5 because of you, little rat. No. Sit here. Two guys inside. No. Oh, you dead, bro! Why you dead? What do you mean, Triple H? No! Убежать оттуда я не мог, поэтому я решил обосноваться здесь и отстроить себе мини-кибиточку. You run away, bro? No, I just built my mini-base. I'm here, bro! Where is it? It's you, okay. It's you, bro. Okay, I protect you, bro. Just stay.
I have a plan. You're so gay. No, please don't destroy my base. I wanna live here. This is my mini base. I wanna live here, guys. Don't do it. I'm good, your neighbor. Им моя кибитка не понравилась, и они даже решили ее выселить, но у них не получилось. Потихоньку я подфармливал ресурсики и наткнулся на кланового игрока, который бежал с базукой. IQ1, Гиргай, with rocket launcher. I got rockets! Run, it's gonna be BM, run! I go, 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 go! Run! I got the rockets! Red! I'm fast as fuck, boy! Пока у меня плавилась сера, я пытался уничтожить у них турельки. Но это было сделать не так просто, так как они постоянно выходили на крышу. Hello guys, this is my base right now. I need some ammo. I wanna get a clip right now. 3 clips for days jumping with AK when I was farming so fish. I killed 3. This guy's so pepegas, guys. Разбить турели блочным луком у меня не получалось, поэтому я решил взять с собой ракетницу, немножко скоростных ракет и отстроить себе там вышечку. Не успел я достроить свой домик, меня начали взрывать ракетами. Почему-то мне кажется, что им явно это не понравилось, то что я тут строюсь. Ахаха, I save you! He's shooting for the peak downs. Wow! Goodbye, my friend. Oh, my game is lagging. I killed him. Unless you want to stay on. Let's see. Ха ха ха, noobs! Ха ха ха, noobs! Nicely bitches, nicely bitches, yes? Oh nice, oh nice, go shoot me, man. One dead. I'm just royal to tourists. We getting raided! Bye-bye tourists! Bye-bye tourists! I try to destroy one more turret. Я уничтожил у них несколько турелек, и получается, путь для рейда был открыт. You wanna raid their fish farm? Fish farm? No. For fun. Content. French Toast уговорил меня зарейдить их рыболовню, чтобы забрать оттуда очень много еды, ну и естественно поднагадить нашим соседям. Ну а для начала я решил ограбить их магазинчики. I'm inside. What? Oh nice. You inside? Yes, inside. If you get good loot, I'll come. I take it rockets. Rockets? What? What? Come to me fast! Okay, I'm coming. Hold, need to, I'm quite far. You're dead? No, I'm dead! Well, they came back? Yes, two guys coming.
Нам очень сильно повезло. French Toast запрыгнул за мной, залутал мой труп и смог убежать оттуда. То есть ограбление прошло успешно. Но мы решили все-таки забахать у них рыболовню. You know where this scene? From base? No. But maybe we just get full bodies and whatever we can get. I think we're gonna die because too cold for us. We need it. No! Operation Sneaky activated. It's really funny when we lose this. Let's go, you first. Yeah. No, you first. We need our profit. Boxes. Guns, loads of guns, AKs. Okay, I'm coming. What? Keep going, at the very back. I got AKs. MP5? Yeah, take. I took MP5. Guns here. Do you wanna raid this real quick? Let's go. Okay, you running or do you wanna raid? Okay, let's go. No. Move. I'm just gonna double rocket. Fuck it. A couple guns here, whatever. What's here? Nothing. Anything there? Let's be ZZ! TC! Hold! I'm gonna break TC. Yes! We can see. Coming. Close. I can't. We need to break their bed. I'm dead. I killed him. Go lock on me. Just I pick you up. Lock door. I froze. Go lock on my body. You got this. Nice. Awaken armor. Killed him. Nice. Insane. This is me breaking bed. Okay. Oh, it's window. Nice, it's fucking window. В этой записке написано было что-то по-французски, но, как я понимаю, тут было написано «Давайте зарейдим клан BZZ». То есть, все-таки они хотели нас зарейдить. Бро! What? I took so many fish. We have food, бро! Наконец-то мы голодать не будем. Потому что в этом клане одни какие-то прожоры играют, реально. Мы понимали, что чтобы зарейдить такую махину, нужно было знатно подготовиться. И поэтому мы решили забрать еще парочку шкафов, которые стояли впритык к их базе. Окей. Come to me. Go, rocket, I'm gonna explode. Wait. Just place it behind, because we can't... Yes. Yes, third left. Put HQ. They're so slow, man. Yeah. Потом я попытался убрать эту надпись из гирлянд, но, к сожалению, убрать ее у меня не получилось. Я даже поснимал все электричество, но оно по-прежнему светилось. Бум-бум. Очевидно, этим ребятам не понравились наши действия, и они выбегали на улицу, чтобы меня убить. I kill one more. Bro, I think this guy really is so sad right now. Three times. Haha, one dead.
Он дед. И пока я с ними воевал, мой тиммейт отстраивал кибиточку для рейда. What is good? I'm gonna go get a ladder hatch and then bridges now. Left. Kill them. Lol. You think one box rockets is good for this base, GM? Yeah, definitely. И вот, наконец, наш клан проснулся. И мы решили напасть на наших соседей. Let's go in raid base right now, guys. Страшно ли нам было идти туда? Да, нам было действительно страшно, так как мы понимали, что мы можем проиграть этот рейд. Но мы решили попытаться. No way! You wanna go? Yeah, there is so many lights on the base, we can raid them right now. And it's wait. They already. Let's go. Good comms, good luck, and stay focused, guys. 5-5. One turret. Left turret. Yeah. Shoot it. Вы просто посмотрите, как это эпично выглядит. There, perfect. Go there. Nice. HVs, make sure you're getting them turrets. Yeah. More. Roof. Shoot him. Some people stop rocketing and cover the roof. Yeah. One roof. Pummel. Case, keep opening. Guys, more people rocketing the turrets right now. Turrets. There's no more turrets on this side. Okay, Check if there's any turrets. Get inside. I am checking. Okay, good. Keep. Wait. We're getting on the wrong place right now. Where do we rocket now? Just keep going. Are same you... spot. That's their core. What? We're fine. Is it broken? Okay, turret is broken. Where's the bolty one? Oh, it's okay. I'm down. It's turrets. Yeah, I'm gonna load the HP. They're in inner peaks. You're up. Okay. Как только мы прорвали оборону, началась поистине лютая дичь. Чизи, три ракета дай мне. Я тоже. Kill another one, I think. I had hit marker. Oh, someone rockets at me. Turret dead. Can you pick me up, French those? I can try, yeah. Above it peaks. Take this instead. Here, behind you. What you want? You dead? Kill them. I found GP. How much? Yeah, like one box. 2 rows and a half. I have an inventory of AKs. I found box pipes, guys. В этом доме я уничтожал все, что было возможно. Ну а еще мне приходилось переносить постоянно ресурсы в нашу кибиточку. И там было настолько много ресурсов, что складывать их уже было некуда. Kill them in picks. I killed him. I'm dead. Kill them. Nice. Кстати говоря, шкаф мы тоже у них нашли и уничтожили. Hello. Hello. Say hello.
Hello. Very, very, I don't know who is your builder, but this base is very strong, 40 rocket, main core, Luturu, nice. Okay guys, see you later, goodbye. Thanks for good vibe. Просто, чтоб вы понимали, вот это все, мы забрали с одного какого-то рейда. Тут просто миллион ресурсов, миллион металла, МВК ящик. Два или три ящика калашей, и ящик, наверное, или даже больше труб. Вы просто представляете, насколько можно теперь жестко шиковать на этом сервере. Это Unreal полный, Мы победили этот клан, мы его выиграли, наконец-то. Это был самый напряженный рейд за всю историю. Человечество просто реально. Потом мы перенесли абсолютно все ресурсики с нашей рейд-кибитки в основной дом и ждали, пока нас кто-нибудь придет рейдить. Но, к сожалению, никто нас так и не пришел рейдить. Увы. И после того, как я вышел с сервера, Тармак раздал лут каким-то бомжикам. Мы подняли боевой дух этой победой, но, увы, это был конец истории Бизизи. Но почему? У вас ведь все было идеально. Глава клана покинул эту игру и решил заняться своей игрой. Это была, к сожалению, окончательная причина распада легендарного клана, о котором уже 2 года ходят легенды. Как думаешь, есть шансы, что когда-то Бизизи вернутся? Быть может, когда-нибудь мы все-таки соберемся вместе. Это действительно трогательная история. Теперь я понимаю, почему ты отвергал все кланы. Видимо, ты до сих пор не смирился с этой утерей. Димас, у тебя какие-то гости? Нет, вроде. Я никого не ждал. Hello, my old friend. Да, некоторые из вас могли посмотреть эти ролики 2 года назад, но только недавно я понял, что можно объединить эти истории и показать их тем, кто их не видел. И надеюсь, вы поддержите этот проект, поставите лайк и подписку, ведь это очень важно. Для меня этот видос многое значит. И надеюсь, что вам, если вы его даже смотрели когда-либо, он тоже понравился. Всем спасибо огромное за просмотр и всем добра. Вот такой вот получился у нас мини-фильм под названием «Легенда о Бизизи».